Благодаря отеческой заботе партии и правительства, всесторонней помощи и вниманию члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, КазГУ стал примером развития высшей школы республики. Действенной формой общественно-трудовой активности будущих специалистов являются студенческие строительные отряды. За 20 лет студенческий отряд КазГУ вырос до 3000 студентов. Объем освоенных капитальных вложений – 9 миллионов рублей.